Сейчас покажу, как я растачиваю ротор от китайской дэшки, чтобы установить на мотор советский D6, D8. Резечек у меня маленький, расточной. Здесь сейчас отверстие 8 мм. Резец у меня берет от 10. 2 мм на диаметр для такого маленького резца или такого станка, это лишку в данном случае, потому что вот этот ротор у нас клепанный, из листовой стали состоит, плюс маленький резец, отжатие, ничего хорошего из этого не выйдет. Деформация ротора обеспечена при такой нагрузке. Прежде чем растачивать, я сначала его сверлю, вернее рассверливаю. Если мне надо на коленвал D6, там посадка 10,5 мм. Я сверлю сверлом на 10. Если мне надо на 12 мм, то есть под коленвал D8, я могу также просверлить на 10 мм. Но зачастую сверлю для ускорения работы 11,5. Мне сейчас надо этот ротор разготовить под мотор D6 на D6 мотор. То есть посадка 10,5 мм под магнит. Установили сверло на 10, хорошо заточенное. Бабку подводим. Да, предварительно нужно посмотреть, как биение отверстия. Все идеально. Почему стоит себя смотреть? Потому что ротор магнитный, стружка липнет. Работать практически невозможно. Если у вас размагничивателя нету, это вообще жесть. Инструмент намагничивается, кулачки намагничиваются, сверло намагничивается. Ничего хорошего с этого нету. Очень сложно все это потом очищать и потом работать этим инструментом. Да, плюс вот этого именно станка, такого типа, там металломастер, можно как-то подешевле взять. То, что здесь не гайки крутить приходится, а рычаги есть, это вообще шикарно. Да, кому интересно, вот модель станка. Для таких работ идеальная вещь. Да, и еще вот здесь пришлось немножко доработать. Не нравится мне. Закругления были маленькие, руки резало очень сильно вот эти все. Включение подачи, сцепление маточной гайки, поворот при задержке. Немножко закатал. Так, диаметр 10, оборотов 250-300. Больше не надо. Ничего не упирается, и пошли. Биение нам не страшно, потому что мы будем растачивать. Потому что оно уйдет из-за шпоночного паза. Видите, стружки что делают. Ведем потихоньку, чтобы последняя пластина не была там выпуклой. 290 оборотов держится, нормально. Легонько все идет. Биение нам, опять же повторюсь, не страшно. Потихоньку выход. Все. Вроде бы все вышло. Видите, что творится? Все намагнитилось. Да, сверло увело, биение было. Но припуска в 0,5, чтобы сделать 10,5, без биения нам хватит. Биение посмотрим, какое стало. Визуально видно, камера может плохо передается. Вот сейчас пробуем завести резец. Маленький резец. Кому надо, модель скажу. Для таких отверстий. Все. Заводится, ничего не шарится. Все. Запросто. Теперь расточим без проблем. Здесь буду вести подачу вручную, придерживаю вот этот суппорт, не буду, можно зафиксировать его, зажать винтом. Буду вот этой подачей работать. Потому что пластины тонкие, даже подача, в принципе, 0,1 велика. Особенно на выходе. Потом ротор становится выпуклый. Так, штатива у меня нет, к сожалению, сейчас. Сейчас, пока нагрузки нет, сейчас просто снимаю 0,2. Потихонечку вот резец идет на удар, там шпоночный паз. Вот так.
Еще две десятки. Этого достаточно. Потому что сталь листовая, говорю, на заклепках. Лучше понемножку делать. Уже больше снимает. Потихонечку ведем. И вот. Вот коленвал. D6. Посадка 10,5. Ротор расточили. Пошел плотненько. Вот с поворотом все зашел. Все. Плотненько сидит. Подтянется, все и будет хорошо. Вот. Вот так вот. Колотить не надо ничего заколачивать, на никакого натяга, там зазор должен быть, но зазор в пределах разумного. Смотрим. Все ровненько, все отлично. Будущий владелец данного мотора будет доволен. Вот ротор примагнитился, сейчас вот расслабил. Даже оторвать затруднительно, видите, что творится. Кочки намагнитились. Вот, все. Плоскость ровная. Единственное, вот эта заусенка небольшая, убирается либо зенковкой, либо сверлом большего диаметра. Так, станок не надо лишний раз магнитить. Вот, все, теперь главное его чистить. Полюса найти обязательно подписать. Полюса с помощью компаса можно найти без проблем. Деталь готова. Почти. Те же осталась слесарная операция. Шпоночный паз сделать в нужном месте. Не наугад. Это важно. В зависимости от полюсов и в зависимости от момента прижжения сжигания.